Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам. По такому принципу сейчас живут украинцы. Очередь волонтеров каждый день выстраивается у Харьковского военного госпиталя. Везут все, от печенья до обогревателей. Полковник медицины Вячеслав Заворотный говорит, в его отделение попадают парни, у которых война забрала душу. Им забота важнее лекарств. Наша клиника психиатрии и наркологии расположена в здании, построенном еще в царские времена, поэтому окна старые и... То, что поменяли нам, большущее даже. Спасибо Николаю Григорьевичу. Николай Толмачев лично инспектирует ход восстановительных работ в отделении. Эмоции по поводу войны, они меня перехлестывают. Иногда очень трудно говорить, потому что нет цели этой войны. Нет причин этой войны. Есть некие амбиции определенных политических людей. И они действительно вылились в такие жертвы, которые ничем не оправданы. Почти в каждой палате отделения есть раненые и контуженные, которым каждый день нужна помощь. Анна Иванова, агентство телевидения «Новости».